Решил записать коротенький ролик, так сказать, для расширения кругозора подписчиков, а то рассказывать про женщин уже что-то надоело. На севере Иркутской области, прямо посреди глухой непролазной тайги, находится очень интересное образование, которое называется Потомский кратер. Это усеченный конус из битого камня со слегка вогнутой вершиной, на которой находится еще одно небольшое возвышение. Высота этого конуса 40 метров, диаметр усеченной вершины 80. Местным жителям о существовании этого образования было известно, естественно, очень давно. У них даже есть легенда о том, как оно появилось. А советские геологи его обнаружили только в 50-х годах 20 века, когда в тех местах искали месторождение золота. Ученые установили, что это не след от падения метеорита и не вулканический кратер, но что это такое, они так объяснить и не смогли. Единственное, они каким-то образом смогли установить возраст этого объекта. По мнению ученых, он появился около 400 лет назад, но мне кажется, что это скорее предположение. Само существование Потомского кратера лишний раз доказывает, что мы абсолютно ничего не знаем о том месте, в котором живем. А поэтому все, что ученые нам рассказывают о прошлом Земли и о нашей истории, это просто их предположения и фантазии. Ну и фотографии Потомского кратера с разных ракурсов я, как обычно, прикреплю в конце этого ролика.